Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Марина, и в сегодняшнем видеоролике я подвожу итог нашего совместного проекта, который называется «Стучиться в окна Рождество». Если вы заглянули на мой канал впервые и не знаете, о чем я говорю, то для вас мы собрали все наши видеоролики под единым хэштегом, который сейчас вы видите у себя на экране. Переходя по этому хэштегу, вы можете посмотреть видео всех девочек-участниц. Проект получился действительно очень интересным, разнообразным и насыщенным. Я сегодня вам подготовила видео об идеях подарков на Рождество. Видео я подготовила для вас декорации. Будем, в общем, украшать наш дом, готовиться к Рождеству и Новому году. Ну и вы спросите, зачем вам столько много елочек? А я скажу. Это непременные украшения рождественского и новогоднего праздника.
Рождественский рынок прекрасен в любое время дня. Итак, мы все еще не решили, где же встречать Новый год. С Рождеством, с этим прекрасным, светлым, чудесным праздником. Мы желаем вам всего хорошего, любви, счастья, здоровья. Пусть у вас все ваши желания сбываются. Желаю вам хорошего предрождественского настроения, встретить Рождество в кругу своих близких и родных людей, здоровья вам, счастья, чтобы вам улыбалась удача и всего вам доброго. Всех с наступающими праздниками, будьте здоровы, всем чьюс! Ну что, теперь давайте я наконец-то открою тайну нашего розыгрыша. Мы будем дарить денежную сумму в размере 30 евро. Чтобы выиграть эти деньги на осуществление своей мечты, а может быть на подарок кому-то, вам необходимо соблюдать всего два условия. Первое условие – это обязательная регистрация в платежной системе PayPal. Если вы еще не знакомы с этой системой, я рекомендую вам ознакомиться, конечно же, почитайте всю вам необходимую информацию, потому что мы можем перевести деньги до нашего адресата только путем платежной системы PayPal. Остальные методы и способы мы не рассматриваем. Пожалуйста, учитывайте это, прежде чем принимать участие в розыгрыше. Если вы не зарегистрированы еще в этой платежной системе, то сделать это абсолютно легко, это бесплатно и занимает максимум 2-3 минуты. Ну а теперь второе условие. Мы нашего победителя будем выбирать случайно с помощью специальной программы. И победителя мы будем выбирать, конечно же, среди комментариев. Какой комментарий и где писать? Комментарий может быть абсолютно любым, но он должен быть живым, в котором вы должны будете рассказать о своей мечте, а может быть о предстоящем важном событии в наступающем 2022 году. Или может быть у вас уже свершилось какое-то событие в 2021 и о котором вы бы хотели рассказать. А может быть просто какая-то смешная предновогодняя история повторяется с вами из раза в раз перед Новым годом. Пишите в комментариях. Комментарии эти, конечно же, пишите под видео, на которые я даю вам ссылки. Участвуют 5 каналов. Эти каналы сейчас я прописываю вот здесь у себя на мониторе, у вас на экране. Это мой канал, канал Даши, канал Вики, канал Марии и канал Жени. Активные ссылки на те видео, под которыми необходимо писать комментарии, я, конечно же, прикреплю у себя в прикрепленном комментарии. И вот здесь хочу сказать, для того, чтобы увеличить ваши шансы на победу, во-первых, мы решили, что надо писать комментарии, да, под вот этими видео. Во-вторых, мы не ограничиваем количество комментариев. То есть с одного аккаунта вы можете написать несколько комментариев, да. Помните, что если вы напишете хотя бы один комментарий, в 5 в этих видеороликах и на 5 этих каналах, то, конечно же, вы свои шансы на победу увеличиваете. Как вы узнаете результаты розыгрыша?
у себя здесь на канале и во вкладке «Сообщество» 28 декабря с утра я опубликую результаты розыгрыша. Ну а чтобы было все максимально честно и понятно, я, конечно же, проведу розыгрыш в прямом эфире у себя на странице в Инстаграм, чтобы все было максимально прозрачно. И потом эту запись, по возможности, постараюсь продублировать во вкладке «Сообщество». Вот такие нехитрые и несложные условия участия нашего розыгрыша. Я надеюсь и вообще желаю удачи каждому, но надеюсь, что победит действительно тот человек, который этого больше всего, наверное, ждет и который больше всего верит в новогоднее чудо.